Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Правильно ли принимать благотворительную помощь от людей, живущих не по закону Божьему? Что говорит об этом Священное Писание? Сегодня на наши вопросы отвечает магистр богословия Шалахов Владимир Юрьевич. Здравствуйте, Владимир Юрьевич. Здравствуйте. Итак, конкретный жизненный пример. В церковь принесли деньги люди, и мы знаем, что эти деньги нажиты нечестным путем. Можно ли такую помощь, такие пожертвования принять? Однозначно нет. Но давайте лучше посмотрим, чему по этому вопросу нас учит Библия. Книга Ездры, 4 глава, повествует нам как о том, что израильтяне начали отстраивать дом Божий. И в этот самый момент к ним подходят соседи, соседи-самаряне, и предлагают свою помощь. Мы прочитаем сейчас 4 глава, 2 стих и 3 стих. «И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали: „Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему и Ему приносим жертвы, одни Асардана царя сирийского, который перевел нас сюда“. И сказал им Зарававель, и Иисус, и прочие главы поколений израильских: „Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский“». Этот случай спорный. Кажется, что это даже некрасиво, это неприлично отказывать желающим людям помогать в строительстве храма. Но все же какие причины были у израильтян, не принимавших такого предложения? Причинами у них было то, что сказано было Богом ранее. Второзаконие, 7 глава, 2, 3 и 6 стих. «И предаст их тебе Господь Бог твой». И дальше конец стиха. «Не вступай с ними в союз». Третий стих. «Не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам». Это 4 стих и 6. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Почему? Потому что Бог свят, и того, кого он зовет, должен быть похожим на него. И есть тут причины. Причины, как вы видите, одна. Если мы будем неразборчивыми и всеядными в принятии всяких подношений, мы оскверним имя Божие, которое сам святой. И у людей будет превратное представление о Боге, который нуждается якобы во всем том, что добыто нечестным преступным путем. Вот что говорит в другом месте Моисей. Книга Второзакония, 23 глава, и вот он говорит, что Господь передает. 18 стих, 23 глава Второзакония. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Это очень интересный момент. Здесь мы видим, что Бог разборчив в том, что ему подносят.
что является от чистого сердца, что является как бы искуплением своих грехов. Многие люди надеются, поднося что-то, что они этим самым искупают то, как они преступно это все сделали. Кто-то, может быть, чем-то обогатился преступно и думает, с этого я отдам половину Господу, чтобы мне было все прощено. Но правильно ли это? Вот что говорит Михей в 6 главе, 6 по 8 стих. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вот в этом стихе мы находим объяснение, что Бог не принимает такие подаяния, которые подразумевают собою искупление своего преступления. Нет, нет, Бог не примет, это мерзость. А почему? Ведь у израильтян же существовали жертвы за грех, например. Если человек согрешал, он приносил там, по-моему, овечку, да, в жертву, ягненка, и это была жертва за грех. Почему в данном случае человек не может принести в церковь пожертвование, чтобы искупить какой-то свой грех? Нет, он может рассчитывать на снисхождение Божие к себе тем, что он расположил к Богу сердце свое. Но жертва за грех в Ветхом Завете, в Древнем Израиле, она была назначена Богом, какая она должна была быть. И если буквально говорить, то в подлиннике говорится, что возьми жертву, то есть возьми то, что приближает тебя ко мне. Жертвы, они всегда, это Божьи жертвы, ибо они всегда указывают на Божьего Сына, который проливает свою жизнь, свою кровь за всех нас. И человек, когда берет жертву, то он думает, что он берет жертву Божию, а не свою. И он с нею предстает, чтобы приблизиться к Богу посредством Божьей жертвы, а не своей. Это трудно понять, наверное. Что значит Божья жертва и своя жертва? Своя – это когда мы даем, чтобы себя прославить и себя свое достоинство показать. А когда мы в смирении Духа сокрушаемся, исповедуемся в своих грехах, признаемся и возвращаем взятое, или выплачиваем то, что испорчено. И после этого мы предстаем пред Господом, потому что любой грех против человека, также грех и перед Ним. И мы и тогда бы в то время приносили бы жертву за свой грех ягненка. И этот ягненок бы обозначал Иисуса Христа, умирающего за нас, но не нас. Мы бы понимали, что наш грех вынуждает умирать невиновного. И были бы покрыты праведностью невиновного. То есть сейчас в современной ситуации мы, конечно, не приносим в жертву животных, но для того, чтобы показать действительно истинность своего покаяния, мы должны, вот как вы сказали до этого, свои ошибки по возможности исправить, да, например, вернуть украденное, да, если это возможно как-то вот как... Ну, давайте вернемся вот к этому моменту, к нечестным путем добытому богатству, которое занесено в храм. Да. Вот давайте посмотрим. Допустим, было оно в результате кражи или мошенничества с другими людьми, и человек богатый приносит солидную сумму, говорит, на алтарь там, на купол, на что угодно. И люди берут и радуются, что вот, дескать, какое нам благословение пришло. Но на самом-то деле, туда ли нужно этому человеку деньги приносить? Вопрос очень интересный. Но в Луки, в 19 главе, нам показан такой же человек, который преступным путем наживался на людях, но когда его достигло Царство Божие сердце, он понял, что он должен сделать. Давайте прочитаем. Это Луки, 19 глава.
И здесь рассказывается о Закхее, начальнике мытарей и человеке очень богатом. Когда Иисус пришел к нему в дом, то Закхей изменился в отношениях к Иисусу и к Богу. И вот в 8 стихе он произносит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это согласно закону Моисеева. Вот, оказывается, что нужно делать и тому человеку, который преступным путем приобрел деньги и несет их в храм, чтобы облегчить ношу своей виновной совести. Ему нужно в первую очередь отнести деньги обиженным, обделенным, а потом из того, что осталось, принести дар Господу. И это будет принято как жертва. Впрочем, в случае это будет оскорбление Богу. Бог при этом будет этим поступком смешан с тем, что будто бы и Бог одобряет такие зарабатывания денег. Раз если, он принял. Если это. Он принял. И в этом большое искушение для малых общин, для строящихся храмов игнорировать и быть всеядным на все пожертвования. А кто бы ни принес, во славу Божию, во славу Божию. Нет, не во славу Божию все, как мы видим. И представьте себе, что будут думать эти же самые люди, которые преступным путем зарабатывали. Они будут думать, что Богу угодна моя работа. А блудница будет думать, что ей прощается, потому что она приносит такие солидные пожертвования, и будет понимать, что в ее деньгах нуждаются, и будут ее приветствовать, и она будет неправильно понимать свое положение перед Богом. Кроме того, что будут говорить ее знакомые об этом месте, которое строится за такие деньги. Кто-то будет неуважительно высказываться насчет этого построенного места. Кому хочется узнать, что собор построен на крови чьей-то? Что у кого-то отняли жизнь ради богатства, а потом, чтобы загладить муки совести, строит храм. Если люди будут об этом знать, кому он радость принесет? Скажут, место это нечистое. Поэтому пусть наша душа не искушается вот таким легким зарабатыванием, как бы легким путем принимать все, что дают для славы Божьей. Нужно быть разборчивым. Бог нас этому учит. А если человек покаялся, вот как это узнать? Действительно ли эти деньги чистые или они грязные? Если человек действительно сожалеет о своем грехе, он принес эту жертву, он принес пожертвование, какую-то другую помощь оказал. Как понять истинные мотивы человека? Мы не можем действительно судить об истинных мотивах человека, но человек, который кается, он об этом свидетельствует не словами, а делами. То есть он занимается активно благотворительностью, он заглаживает свои старые грехи, возвращает людям. И у церкви создается впечатление, что человек от всего сердца старается возвратиться на праведный путь. Это понятно. По крайней мере, это так наглядно, когда человек занимается исправлением своей жизни в том, что он благоразумно, с трепетом и со страхом служит другим людям. Я бы хотел еще показать один пример, что искушение всегда бывает игнорировать и не разбирать эти вещи. И вот даже у апостолов Иисуса Христа были эти искушения. В 18 главе Евангелия от Луки мы находим встречу Иисуса, апостолов и очень богатого человека. Этот богатый человек примкнул к ним, желая с ними, может быть, дальше путешествовать. И как вы можете себе представить, для многих он показался очень нужным в их маленькой начинающей церкви человеком. Его деньги, его влияние могли бы расширить их дело. И вдруг Иисус пренебрегает этими деньгами, пренебрегает его состоянием и богатством и говорит: «Пойди, раздай
нищим, что имеешь, и следуй за мною». Он даже ни на копейку его не смотрит. Он не говорит: «Приди, принеси пожертвования на дело Божие к нам, и потом следуй за нами». Нет, напротив, Иисус говорит: «Иди, освободись от денег, пусть они у нищих останутся, и возвращай». Это слова были страшные для Иуды Искариота. Ему было не по себе, когда он услышал, что Иисус отрекается от такого состоятельного человека. Иуда считал эти деньги в коробке, которую носил, в ящике. И он мечтал, чтобы их больше было. И тут такой час, такая минута, и Иисус отказывается. Что же у этого человека было не так? Он не значится преступником. Он говорит: «Все заповеди я с детства соблю». Но Иисус и его, на его дар не смотрит. Что же это такое? И Иисус смотрит на то, что у него что-то недостает. Что недостает? Смирения, нищеты духа недостает. Поэтому он уповает на свое богатство. Надеется. То есть он привязан. Он привязан был к своему богатству. Иисус его не мог близко подпустить. Поэтому вот, услышав сие, он опечалился, потому что был очень богат. И по этому случаю Иисус же произносит: «Трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие». И как ответ дальше разочарованным ученикам, которые не получили должной материальной помощи в этот час, это Закхей. Сразу же после этого происходит встреча с Закхеем, у которого все принимается. Принимается и пожертвование, потому что он, во-первых, заботится о том, чтобы нищим раздать, кого обвидел, четверо вернуть. И что бы он ни дал бы, все будет принято с благодарностью Господом. Это очень интересно, правда? Тот человек, который был состоятельно отвергнут, все уже разочаровались. Иисус оказался непрактичным в их глазах. И через минуту другой человек, другие тоже отношения, состоятельный и все принимается. И все принимается. Ну вот здесь можно сказать, ведь Бог видит сердце. Вроде бы тот молодой человек, о котором вы говорили, чье богатство было отвергнуто, потому что он не мог с ним расстаться, он ведь был праведный, он был чистый, он говорит, что все заповеди я соблюдал от своей юности. То есть вот от кого как раз и можно было принять пожертвование. Если бы он, конечно, согласился их дать. Конечно. Но он не согласился с ними расстаться. А вот Закхей... Он был, в общем-то, вора-обманщик. Он был мытарь, сборщик налогов. Они были нечестными людьми. И поэтому можно сказать, что только Бог видит сердце, только Бог имеет право решать, от кого принимать или не принимать пожертвования. То есть, в общем-то, если... И опять это может привести нас к мысли: если человек принес в церковь пожертвование, принимайте ее. Их. Действительно, может так всегда и быть. Однако... Однако Бог учит нас в том, что вот мы считали из книги Ездра, когда предложили и помощь, и руками, и всем. Он учит, что нужно иметь разборчивость, бдительность, стоять на страже подступов к своему сердцу, к своей душе, потому что мы можем из-за желания с чем? Посчитаться со своими святыми принципами. И постепенно обычаи тех людей станут оправдываемы, хорошими в наших глазах. И то, что нас отличало, вскоре исчезнет. Мы будем такими же, какие они. Поэтому вот в Ездра написано, что они принимают очень смелое решение, отказываются от какой-либо помощи во время строительства. Можем себе такую же картину нарисовать. Например, мы задумали вот возводить храм Божий. И люди, которые пьют, высказываются на жаргоне таком нецензурном, и они предлагают себя в помощники. И мы смотрим, мы можем, может, у нас вообще не одни женщины и слабосильные. И у нас большое искушение попросить этих мужчин все это делать. Но это для нас также и испытание в том, что будем ли мы оправдывать их потом и поведение, и жизнь, в том, что мы разделяем с ними вот это святое дело. Нужно видеть следующий шаг, что будет после этого. И мне думается, что все
те начальники израильские, которые отказывали самарянам, они были под впечатлением от руин храма, на котором они стояли, потому что этот храм разрушился от того, что их предшественники поступили со своими принципами, смешались с соседями языческими, потеряли веру в истинного Бога, принципы святые, закон Божий потеряли, и поэтому получили возмездие за это. И храм разрушен, и все в плену были. Я думаю, что на таком зрелище, на таком пепелище им было легче, как прийти к осознанию, что эта помощь им не нужна. Так что вот любая благотворительность, которую оказывают, оказывается под вопросом, стоит ли ее принимать или стоит подсказать, что эта благотворительность не для церкви, а для тех, кого вы обманули. Владимир Юрьевич, ну тогда почему же подобные пожертвования принимаются? Это что, недостаток доверия Богу? Ведь люди могут сказать, ну а кто тогда будет храм строить? Ну кто, если не они? Так может, эти люди будут строить храм и обратятся, увидят наш образ жизни, обратятся, тоже станут верующими. А вот те люди-преступники, которые приносят в церковь деньги, может быть, они, приходя в церковь, общаясь с верующими людьми, тоже обратятся и покаятся? Они не смогут это сделать, потому что грех – это явление, охватывающее все процессы нашей жизни, весь наш характер, всю нашу сущность и личность. И об этом говорит нам уже Библия в начале, когда Каин принес от гордого своего труда, плоды своего труда, и не было принято Богом это. И он огорчился, он не изменился. Дальше он показан, что он преступник до своей смерти остается. Он против Бога воинствует. Таким образом, эта картина и другие нам показывают, что люди, преступным путем зарабатывающие средства и приносящие их на дело Божие, будут всегда как Каин оставаться, то есть врагами Божьими. И Бог эти не хочет это поощрять никоим образом. Человек должен смириться перед Богом. Сердце сокрушенного, Боже, как написано, ты, Боже, не презришь. А как вести себя с такими людьми? Ведь как-то не хочется ни оттолкнуть от церкви и от Бога, ни обидеть человека. Он принес пожертвование или предлагает какую-то помощь, но мы знаем, мы точно уверены в том, что это не та помощь, которую нужно принимать, но человека оттолкнуть от Бога не хочется. Как быть? Как ему сказать об этом честно, но в то же время... Его надо переориентировать на служение людям, которых он не замечает и которым он часто пользуется. То есть его надо учить этому. Можно сразу же предложить какой-нибудь благотворительный момент, чтобы кормить нищих, обустраивать людей, которых он за людей не считает. А потом же к нему вернуть этот вопрос, чтобы он позаботился о тех, кто работал на него, кто за чей счет он поживился, за чей счет он стал богатым. То ли это были люди в его фирме, то ли еще в чем-то с ним, по найму, кто у него работал, кого он обманул, кому не доплатил, чтобы о них позаботиться. Но сначала ему надо предложить конкретно людей, на которых он посмотрит и начнет их жалеть. Его надо переориентировать на возвращение людям должного. А дальше? А дальше, когда ему показать на вид его проблемы, дальше, когда он сможет то делать, принимать его. Я думаю, что без этого невозможно. Ни спасение того человека, ни слава Богу не будет воздано. И как Соломон говорит, сущность всего в чем? Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что Бог все приведет на суд. Не хотелось бы быть на суде в качестве виновного за то, что у нас такая нужда была, и мы так хотели быстро все Божье дело сделать, что брали у всех подряд все, что кто что дает, и всеми пользовались, потому что мы обесславили Бога этим. И еще бы я хотел сказать, что мы не даем себе отчет в том, как
Из-под воль на нас действует контакт с человеком, который не покоряется Богу в сердце. Как это вовлекает нас в эту же самую жизнь? Мы не отдаем себе отчета, что такое грехи в нас самих, тех, кто уже поверил в Бога. Достаточно побыть какое-то время с теми, кто насмехается над святыми вещами, и если вовремя не уйдешь оттуда, то со временем у тебя граница и барьер уже понижается. Ты сам не знаешь того, что ты начинаешь делать то, что год назад ты для себя считал просто с мерзостью или скверностью. Все зависит от этого, насколько мы отдаем себя в общение или святому, или не святому. И дело Божье нуждается в самом тщательном, самом серьезном подходе. Да, Владимир Юрьевич, это все очень серьезные на самом деле моменты нашей жизни. Дай Бог верующим людям мудрости принимать правильные решения. Спасибо вам за эту беседу, спасибо за ваши ответы. Спасибо большое. Слава Богу. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».